Всем мое почтение и хочу знать ваше мнение. Вот как вы относитесь к тому, что заявил Владимир Зеленский на своей пресс-конференции буквально 26 ноября 2021 года, вот то есть сегодня. Он заявил, что Ринат Ахметов, украинский олигарх, якобы готовит государственный переворот. А если быть точнее, то при помощи Рината Ахметова хотят совершить государственный переворот в Украине. Вот как вы к этому относитесь? Это правдивые слова Владимира Зеленского, президента Украины? Или это манипуляция? Вот как вы считаете? Напишите в комментариях. Я лично считаю, что такое возможно. И я доверяю словам Владимира Зеленского, потому что я вижу, что идет полная информационная такая спайка Порошенко, Ахметов и Медведчуковский. И вот эти все силы в той или иной мере заинтересованы в государственном перевороте. И я поддерживаю полностью Владимира Зеленского в этом выражении. И не хотелось бы, чтобы пророссийские силы воспользовались слабостью нашего государства и совершили какой-то переворот, на который надеется Россия. А все те, кто в Украине думают, что они получат какие-либо бонусы от этого, они очень плохо знают историю. Вот на Донбассе многие хотели получить бонусы, но Россия всех переплюнула в войну. Так что будьте бдительными. И я считаю, что Владимир Зеленский прав в том, что говорит, что готовится военный переворот руками Ахметова. Слава Украине! И пусть у нас все будет хорошо. Не дадим врагам уничтожить наше государство.